не понимаю. Что ты от меня хочешь? Да я эту физику уже давно сдала. Как конспектом, как? Училась и делала. Какие шпаргалки? У меня нет никаких шпаргалок, я сама все учу. Третий раз пойду. Упс. Дима-то? Дима, да. Дима-то сдал. Ну, я не знаю, ну хочешь я тебе, ну, конспект дам? Нет, у меня никаких шпаргалок, я шпаргалками не пользуюсь, это неэтично, прости, пожалуйста. Слушай, ну не хочешь, как хочешь. Злой дурости А я вот физику с первого раза сдал. Что? Ну, у вас с физикой проблемы, да? Собственно, нет. Вы, если что, не стесняйтесь. У меня шпаргалок миллион. Скажите только слово, я не ваш. Спасибо, я шпаргалками не пользуюсь. Неэтично это. Представьте себе. А я вот пользуюсь и вам советую. А то вы физику свою никогда не сдадите. Я ее уже давно сдала. Да? Да. А мне что-то такое по телефону послышалось. Не надо слушать чужие разговоры. Я ж не нарочно. Сидел тут, значит, на лавочке, а тут вы со своей физикой. Может, вы химию не знаете? И химию я сдала. Прекрасно. Ты что, отличница? Да. По хим? По химии ты ж про физику только что говорил. Чего? Да нет у меня никаких шпаргалок, дай! Нету, не пользуюсь. Пока. Меня опять что-то послышишь? Может, вы оставите меня в покое? Я же помочь хочу. Да. Нет, не отвлекаешь. На остановке стою. Да нет, опаздываю. Нет, Дима. Шпаргалки? Слушай, Дим, я шпаргалками не пользуюсь. У меня нет никаких шпаргалок. Правда. Для Тани? Нет, Дим, я тебе правду говорю, у меня нет никаких шпаргалок, я шпаргалками не пользуюсь и тебе не советую. Ну ладно, ты, если что... Я говорю, если что, звони. Что за манера такая сбрасывается? У вас что, какие-то проблемы, может, неприятности? Это вас не касается. Еще как касается. Я, когда вижу, что человек нервничает, я сам невольно начинаю нервничать. У меня тонкая душевная организация. Вас никто не заставляет смотреть. Нет, знаете, вы себе свои нервы так окончательно испортите. Давайте лучше... Присядем, поговорим о чем-нибудь, пока автобуса ждем. А, кстати, вам какой нужен? Какой-то вы все-таки странный. Тут одна семерка и ходит. А, да. Точно. Ну, тем лучше, значит, вместе поедем. Вам далеко? А вам? Мне тоже в институт.
Не надо нервничать из-за автобуса. Какая же... Вы думаете, это ерунда? А что это такое, если не ерунда? Не надо нервничать из-за ерунды. Какая же это ерунда? Ерунда, вы поймите, никуда опоздать нельзя. Это как понимать? Цитата какая-то? Да нет, я просто это себе испытал, железно знаю. Вот нам с вами сейчас где необходимо быть? В институте, полагаю, на лекциях. Ошибаетесь. Если бы нам нужно было быть в институте, мы бы там были. А мы сейчас где? На остановке. На остановке и вдвоем. Знаете, что это значит? Нет. Давайте я вам наглядно покажу. Ну? В общем, извините, короче. Не стоило так. Да, я тоже не стоила. Так. Вы не сердитесь? Нет, не сержусь. Знаете, вы вчера уехали? Убежали, когда? Я тут сидел и думал, а что же это было? Так ничего и не понял. Представляете? Да, бывает такое. Так вы в институте учитесь? Да, вроде бы в институте учусь. А в каком? В педагогическом. На каком факультете? На историческом. На историческом? Ну да. Откуда же там физика? А, ты про это? Да. Ну, шпаргалки я тебе в два счета могу достать. Хочешь по физике, а хочешь по арабскому языку. Спорим? У нас есть арабский? Понятия не имею. Ну, шпаргалки достану. Где свою физику сдаешь? Тоже в педагогическом. На физфаке. Серьезно? Серьезно. Так как мы, получается, в одном университете учимся? В институте? Получается так. На первом курсе. Да? А когда ты... Когда ты поступила? Я тоже на первом. В начале этого года. Так это мы с тобой, получается, целый год в одном институте учились. И что? И каждый день на этой остановке ждали автобус. Может быть. Ты представляешь, я тебя совершенно не помню. Это же сколько мы, наверное, раз виделись. В институте там... В столовой или в библиотеке. Я тебя совершенно не замечал, ты представляешь? Я тебя тоже не замечала. Тебя будто бы не было. И вот это прикол. Вообще-то я тоже не замечала.
ни разу тебя. Да, Дим. Нет, опять не отвлекаешь. Всегда вовремя звонишь. И опять на остановке. Я не знаю. Дим, послушай, я не знаю детали. То есть... Ну да, мы с ней подруги, и что, я... Я не знаю, Дим. Она тебе не говорила? Может быть, вы поссорились? Да, хорошо, Дим. Как только... Да, как только она не позвонит, я тебе перезвоню, и все... Все тебе скажу, где она, как она, что с ней. Да, хорошо, Дим. Если что, звони. Таня, тут Таня. Что за Таня? Это не важно. Тебя, кстати, как зовут? Это тоже не важно. В смысле? В прямом. Ну скажи, что ты такое? Не скажу. Тебе что, проблемы какие-то? Это вас не касается. Ну, расскажи, вместе что-нибудь придумаем. Я думаю, мы не настолько знакомы, чтобы вместе думать о моих проблемах. Ты знаешь, а я вот на тебя смотрю, и такое чувство, будто 100 лет знаю. А вот ты меня не знаю. Неважно. Ну, скажи. Скажи ему. Я должна ему что-то говорить? Где ты и с кем ты? Нет, врать, извини, я тоже не буду. Нет, сама ему говори. Все, пока. Врунище. Да что за Таня, господи? Какая вам разница? Хорошо, что за Дима? А это какая разница? То есть какая разница? Большая разница. Они вам... Они тебе тут названивают? Ну да, может быть и... Что? Слушай, подожди. Ты на физфаке? Димка, высокий такой, да? Блондинистый. В пиджачке все время ходит, прям серьезный такой будущий президент. Он что ли? Нет. Он? Нет. Боже, ты бы сразу сказала. Давай я ему позвоню, все объясню. Нет. Он вроде человек нормальный, речь понимает. Нет. Я ему объясню, что тебя обижать не надо и все. Нет, не надо. Я придумал! Я просто навру, что у меня день рождения, приглашу тебя, Диму, и там вы и поговорите. Я вам все условия создам. Нет, убери, убери руки. Что там такое? Успокойся ты, я сейчас не буду звонить. Пожалуйста, я тебя... Что так? Нет, не пиши ему, пожалуйста. В смысле не пиши? Если ты хочешь, чтобы тебя человек понял, с ним нужно разговаривать, правильно? Правильно, пожалуйста, не надо! Я набираю. Не надо! Ты дурак! Ты думаешь, что если тебе каждый первый встречный целоваться дозволит, значит тебе все дозволит? Ты дурак!
волнуйся, я просто помочь тебе хочу. Ты думаешь, ты со своими поцелуями каждый первый встречный, ты можешь каждый так подходить, целовать, помощь свою предлагать, да? Да ты со своим сочувствием, знаешь, где? Ты дурак! Не трогай меня! Если хочешь знать, с другом поспорю, что поцелую первую же девушку, которую с утра встречу. Прихожу, а тут ты. Что? Успокойся, не буду я тебя больше целовать, даже если сама попросишь. О, это Дима. Да, привет, Дима. На остановке стою, а что? Шпаргалки? Не, я шпаргалками не пользуюсь, это неэтично. И тебе не советую. Нет, на физфаке у меня один знакомый, больше у меня знакомых нет. Да, ничего. Все, бывает. Автобуса, видимо, сегодня не дождешься. Пойду пешком. Я все вчера наврал, ни с кем я не спорил. А теперь ты скажи, что тебе со мной не противно. Ладно, не говори, я и так знаю, что собрала. А Диму этого я вчера видел. Где? Я шпору ему достал, как ему просил. Шпаргалки? Ну, да. Зачем? Ну, он же твой друг, правильно? Правильно. Вот. Шпаргалки Тани, да? Ну, Тани там тоже была, да. А теперь ты скажи, почему твой телефон так долго не звонит? Даже странно как-то. Я обычно захожу, а ты с кем-то говоришь. Я его выключила. Я не хочу никого слышать. Серьезно? Серьезно. Про шпаргалки? Не про шпаргалки. Правильно. Я не хочу больше называть Таню своей подругой. Она мне не подруга. Я никогда ее не была. Я всегда в школе, еще с самых начальных классов, мечтала дружить там, не знаю, с Лерой или с Дашей. Только не с этой Таней.
Ну ты дружил бы с ними, в чем проблема? Да ты понимаешь, я какая-то не такая. С кем я хочу дружить, со мной не хотят дружить. Успокойся, ты как раз такая. Да мне плевать, лучше я буду совсем одна. Ты не будешь одна. И вообще, если... И... Вот ты сказал. Хорошо. Ты сказал. Чтобы понять человека, с ним надо разговаривать. Я вчера ему позвонила. Решила. Скажу, что я люблю его. Я... Ну, он берет, говорит такой. Он говорит, да, привет. Ты-то что хочешь? Я поговорить хотела. Я хочу с тобой поговорить. Он говорит, а, слушай, поговорить? Если поговорить, то у меня времени нет. Если дело какое-то срочное, то говори, выкладывай. И вообще, мне сейчас не до тебя. Прямо так и сказал? Да. То есть... Да, так и сказал. Он дает. Что он дает? Что? Ничего. А ты что сказала? Что я сказала? Хорошо тебе. Ну, раз так, то... Хорошо. Типа... Да вообще это... Не надо было ему звонить, я не должна... В смысле не надо было? Ну, предложила ему поговорить. Но вдруг он не мог разговаривать. Ну что такого поговорить? Почему не мог? Ну потому что вдруг он правда не мог разговаривать, а я к нему со своим... Что там должно было такого случиться, что он не мог поговорить с тобой? Зачем мне с ним говорить? Зачем? Вот чтобы вот так вот как вот отлуп по полной программе получить? Зачем? Зачем? Чтобы понять его. Ты же хочешь его понять? Кто вы судит? Автобус, да. Поехали? Я собирался на первую пару примерно студент. Езжай. Не могу, автобус уже уехал. Хватит из-за этого Димы расстраивать. Ты трогай! Это ж надо быть дураком просто. Какие-то шпаргалки, какая-то Даня. А как его еще назвать? Тут такая девчонка по нему, а он только... Достань шпаргалки. Напиши Тане реферат. Ну разве не идиот? Заткнись! Заткнись и не называй его. Называй его так. Ты выражение выбирай. Сам выбирай. Нет, зачем выбирать? Я тебе дело говорю. Лучше ты мне скажи. Они... То есть он... Стоп, он был с Таней, да? Да. В котором часу встречались? Ну, они ко мне пришли часов в 6 где-то. За шпаргалками. Я только 9 звонила. То есть, а куда они потом пошли? Точно не знаю. А, нет, знаю. Сначала Дима сказал, что пойдем к нему заниматься физикой. Ну, потому что Таня скоро чистит из института. Вот, она физику вообще не знает. А Таня говорит, нет, пойдем к Светке. У нее там день рождения какой-то. А Тима говорит, нет, ну Светке там делать нечего, надо физикой заниматься. Это правильно. Ну, вот. И? Ну, потом они поругались малость, вот, а потом пошли с Вестью покупать. Да плюнь ты на это.
Легко сказать. Брось, сделать еще легче. Как? Сейчас сама увидишь. Вот скажи. Тебе когда-нибудь кто-нибудь в любви признавался? Ага. Мой кот зовут Моргенштерн. По 1000 раз в день. Ну, то есть, да, да, признается. Каждый раз. Каждый день. Да я серьезно, без прикола. Тебе кто-нибудь когда-нибудь говорит, что любит тебя? Нет. И мне нет. А ты кому-нибудь говорила? Пыталась. Не нашла кому. Ты когда первый раз влюбилась? Не знаю. В детском саду, наверное. А ты помнишь того мальчика? Смутно. Я влюбился первый раз тоже в детском саду. И девчонку эту, ну так, смутно помню. Но помню. Я к чему это говорю? Я вчера ушел. Весь день о тебе думаю. Я после детского сада еще, знаешь, сколько раз влюблялся? Я вчера всех этих девчонок вспомнил. Вспомнил и понял одну вещь. Говоришь, обо мне думал? Так это о тебе и есть. Я понял, что они все похожи на тебя. Даже не так. Если их всех вместе сложить, то даже так не будет тебя одной. А тебя увидел? Сразу все на место встало. И просто есть. А, да. И что? Все? Ничего. Что все? Я не понимаю, можно полегче? Что? Что ты хочешь сказать этим? Брось перекидываться. Я только что сказал, что люблю тебя. Сходим куда-нибудь вечером? Да. Ну, можно в кабанак сходить? Что там делать? Потанцуем. А потом? Там домой можно или в кино. У тебя сколько пар сегодня? 4. Отлично, у меня тоже 4. Давай встретимся на первом этаже под портретом Ломоносова. Ну что скажешь? Слушай, ты пойми меня. Не то чтобы, ну, в общем, мне учиться надо. Вот. Учиться? Да. Так ты знаешь еще 100 лет. Учиться надо. В смысле, ты не можешь сегодня? Нет. И завтра не могу.
И послезавтра, через месяц, я не могу, мне нужно учиться. Подожди. Ты хочешь сказать, я тебе не нравлюсь? Я хочу сказать, что мне учиться надо. При чем тут это? Ты скажи, как ты ко мне подносишься? Почему? Погода хорошая. Очень даже нравится, знаешь, так вроде ветер, а вроде так хорошо, солнечно, прям греет. А тебе как? При чем тут погода? Ты можешь ответить на вопрос? Кстати, подожди, меня знаешь доцента Сушкова? Ну, у него скоро сдавать, кстати, как к нему подойти, он как по характеру человек. То есть, я вдруг ты имеешь что-то против, я просто тебя спрашиваю, как мне к нему подойти? К черту этого Сушкова, ты можешь на вопрос ответить? Какой? Ты издеваешься? Я сказала, закрыли эту тему. Закрыли? Да. Просто закрыли? Да. Ты просто проигнорируешь это? Асфальт. Асфальт новый положили, ты заметил? Хватит говорить про асфальт. Асфальт. Скажи. Что мне сказать? Ты специально меня игнорируешь? Я сказала, закрыли эту тему. Ты не можешь просто так игнорировать, не знаю. Плюнь мне в лицо, пошли, но не смей просто молчать. Это по-человечески, по-твоему? Это же все равно, что убить. Я тебе сказала, закрыли этот разговор. Нельзя, это просто можно так закрыть. Не кричи на меня, я сейчас уйду. Не трогай меня, я сейчас уйду. Никуда не уйдешь. А то что? Что? Хорошо. Ну, все замечательно. Не трогай меня.
Точно. То есть... Подожди. У тебя был сердечный приступ после кого-то? Бывают вещи посерьезнее сердечных приступов. Что это было? Это было наглядное пояснение ситуации. Мне же тебе как ребенку все на пальцах показывать надо. Если человек слов не понимает, чем его проймешь? Только поступком. Понимаешь, что это не смешно? Естественно, не смешно. Тут все предельно серьезно. Если бы ты на самом деле мог... Если бы ты на самом деле сейчас не мог дышать, что с тобой произошло? Это и было на самом деле. Что это такое? Что вот это на самом деле, да? Вот это на самом деле? Успокойся. Не надо, не подходи. Не подходи. Кто это? Кто это? Алло! Ой, Казанова пришел, господи! Че, какие у тебя шпоры? По астрономии, по физике, по химии, по биологии, по географии, почему тебе шпоры? Что тебе надо от меня? Что? Не одеть. Я не знаю. Танечка? Я не знаю, где твоя Танечка, понял? Не знаю, где твоя Танечка. Знаешь что? Не звони мне больше никогда. Никогда мне больше не звони. Никогда. Я не хочу тебя слышать. Пока. Класс. Это был Дима, да? Пошел вон. Надеюсь, что я тебя больше в жизни не увижу. Здрасте. А как же... Да, как же пешком буду ходить, чтобы тебя тут увидеть. Чтобы близко, чтобы на километр, чтобы никогда больше. Все равно ты никуда от меня не денешься. Ну ты ж пришла. Откуда ты знал, что я приду? Просто знал и все. Что за тело? Извините. Я пришла. Я пришла, чтобы тебе сказать. Я тебя не люблю, я люблю тебя.
Ясно. Это все, что ты хотел сказать? Ну, то есть... А, я вчера... Знаешь, я вчера... Даже, ну, то есть, прости за вчерашний. Я вчера Диме тоже позвонила, извинилась за... Извинилась? Извинилась. За что? Ну, за то, что так наорал на него. Ну. Что за дело? Какое дело? Ни в чем не виноват. Ну да, виноват. А в чем же он виноват, извините? Ну, то есть, извините, знаешь, мы с ним еще никогда в жизни так много не разговаривали. Он как будто, не знаю, такое ощущение, что он даже к Тане, может, похолодел. Да, серьезно? Да, верно. Хорошо. С кем сейчас Дима? Ладно, замнем для ясности. А с кем ты сейчас? Где? Вот и думай. Пока тут сидел, ты что, мозги отморозились? Ничего мне не придумал? Ой, слушай, пока я тебя тут ждал, событий хватало. Что? Ну, например, тетка с кошкой поссорились. Чего? Да в общем, сижу я, значит, тут на остановке. Сижу, никого не трогаю. Тут приходит такая пухленькая, рыженькая такая кошка. Приходит, запрыгивает и садится. Ну, думаю, ничего, вместе сидим, значит, ждем автобус. Значит, приходит, я не знаю, как это назвать, такая тетка, одетая а-ля заслуженная учительница. Взгляд такой... У меня мама заслуженная учительница тоже. Вроде нет, это не твоя мама была. Нет, да, не она. В общем, заходит такая, и взгляд такой враждебно-внимательный, а-ля враг не дремлет, да? Заходит такая... Смотрит на меня, смотрит на кошку. Я прям по взгляду вижу, хочет сесть. И такая говорит: молодой человек, это не ваша кошка. Я говорю: нет, это кошка Киплинга. Она говорит: в смысле? Я говорю: ну, абсолютно суверенный зверь. Живет свободно. Она такая смотрит, говорит: слушайте, а вы не думаете, что она бешеная? Я говорю: нет, с чего вы взяли? Я говорю: ну нет, все-таки она какая-то бешеная. Начинается самый имя. Ага. Тут она такая подходит, говорит: ну брысь отсюда, ушел отсюда. Я такой смотрю на нее просто, в смысле, чем тебе эта кошка помешала? А кошка, ты знаешь, чего ответ? Мяу! Так оскорбительный еще, мяу! Она такая смотрит, такой офигевает, такая: в смысле мяу? Отсюда! Уйди отсюда, говорю! А кошка такая: мяу! Мяу! Его унижает! В общем, она мяу! Она: уйди отсюда! Они так говорят. Интересный диалог. Я аж не успевал, просто голову вернуть. Приходит автобус, и кошка уезжает. А бабка садится и говорит: я с этой нахальной кошкой в одном автобусе не поеду. Да, ужас какой-то. Давай спорить, хорошо?
читала Шекспира в подлиннике. Да, наверное, ты выиграл. Наверное, он читал. А спорим? Спорим, ты никогда не прыгал с парашютом? И проспоришь. У меня 5 прыжков. В смысле, ты что, спортсмен? Ну, не то чтобы спортсмен. Все понемножку? Ну, типа того. Я считаю, в жизни столько интересного, зачем зацикливаться на чем-то одном? Да. Ну, не так. Слушай, есть еще куча приятных вещей, в которых ты даже не пробовал. Что, например? Ты когда-нибудь катался в автобусе просто так? Нет. Хочешь попробовать? Почему? Ну, поехали. Сейчас автобус придет. Почему ты так уверен в этом, что он придет? Никуда он денется. Неправда идет. Ты не понимаешь, все должно быть так, как должно. Как? Нам с тобой просто нужно быть вместе. Пошли. Чтобы с тобой по автобусам. Я тебе пришла сюда сказать, что я люблю. Я уже это слышал. Ладно. Но проблема в том, что никакого Диму ты не любишь. Это не твое дело. Ну еще как мое. Я его люблю. Да? Да, я его люблю. Почему же ты тогда не с ним? Наверное, потому что он встанет. Ты не можешь понять, что тебя используют. Давай объясню на пальцах. Смотри, Таня встречается с Вовой со спортфака. Да, об этом все знают, кроме Димы. Вот именно. А Таня, Дима нужен Тане только чтобы с университета не вылететь. Но тут Дима обратил внимание на тебя. И знаешь, почему он стал якобы больше уделять тебе внимания? Потому что он понял, что на тебя можно переложить Танин реферат. Теперь понятно? Слушай, а когда ты понял, если уж на то пошло, если ты так серьезно говоришь про это, что ты влюбился? Влюбился? Наверное, в первый день. Когда я тебе по морде засветила? Именно. Не знаю. Может, правда? Может быть, правда это все? Неправда. Знаешь, я после этого понял, что ты как бы моя точка отсчета. Так волнительно, как будто прыгать. Выключи! Выключи, я тебе говорю! Выключи! Алло! Да, Дим. Да, я... Не поверишь, я опять стою на этой остановке. И... Ты не успеваешь реферат тянуть? Подожди. Я, наверное, через минут 10 тогда пойду домой. Может, даже раньше. Я как приду, я тебе сразу все скину. Да, хорошо, Дим. Пока. Это что? Танькин реферат? Да. Удивительно. Но он же мне сам позвонил. Сам позвонил? Да.
Алло, можешь ты мне реферат написать? Что тут непонятного? Ты правда думаешь, что он тебя любит? А ты его любишь? Всю областную библиотеку, а сейчас останься тут. Мне надо идти. Тебе не надо уйти. Хочу объяснить. Мне правда надо идти. Я не знаю. Я люблю его, наверное. Я его люблю. То есть... Слушай, мы все равно с тобой увидимся. Мы больше не увидимся. Мы увидимся. Нет. Откуда ты знаешь, а что будет? Знаешь, как будет? Как будет? Как будет? Буду я сидеть на этой остановке, да? Ждать тебя. Вроде бы все хорошо. Но потом мне кто-то резко позвонит, и мне надо будет куда-то срочно ехать. Или приедет автобус. И все, я уже уеду. А через минуту придешь ты. А тут никого нет, и будто бы никогда не было. Хотя минуту назад я сидел тут и ждал тебя. Все так и будет. Нет, так не может быть. Да. Вот еще. Я правда надо идти, да? Я не могу... Надо идти, правда. Ну, то есть, как бы я пошла. Ты можешь не врать хотя бы сама себе. Я пойду. Что теперь делать? Домой идти совершенно невозможно. Там мать перестанет. Что ты, да как ты, что случилось? Но утром из института, это понятно. А сейчас что? На автобусе. Покатаюсь пару часиков, а там видно будет. Нет. Нет, ты не прав.